Сегодня режим по делу Тихановского вынес следующие приговоры. Самому Сергею 18 лет, Статкевичу 14, Лосику и Цыгановичу по пятнашке, Сакову и Бакову по 16 лет. Что же это происходит такое? Люди ничего не сделали. Что им сделал Цыганович? Что им сделал Лосик, который просто вел телеграм-канал? Это какой головой вообще, как такое может поместиться в голову? Мы долго вообще будем это терпеть? У меня все.